Тюменская весна близко, город активно готовится к праздничным гуляниям и ярмарке. В это воскресенье жители и гости города могут купить свежие вкусные продукты от тюменских производителей. В частности, компания «Тюменский деликатес» ждет посетителей на 8 площадках возле школы и гимназии. Каждый сможет попробовать и оценить продукцию. Для покупателей обещают приятные сюрпризы и, конечно, новинки. Все лидирующие позиции – это вареная докторская колбаса, сосиски молочные, полукопченая колбаса венская, которая на выставке у нас взяла титул «Народное признание». Это будет с запасом. Будет как вареная колбаса, полукопченая, так и будут новинки – сыровяленые, сырокопченые изделия из мяса птицы, из мяса свинины. Будем рады видеть всех покупателей.